Банный клуб «Аквилия» с гордостью объявляет об открытии 5 новых индивидуальных саун всего от 1000 рублей в час. К вашим услугам новый лобби-бар, открытая терраса, ресторанная кухня, все услуги массажа, а также парение с вениками. Мы гарантируем незабываемый отдых и релаксацию. Ждем вас круглосуточно по адресу Мебельная, 33, телефон 740-74-04. Садик, школа, парк и, конечно же, своя комната. Все, что нужно вашему ребенку в Балтийской жемчужине. Только в июне скидки на все квартиры с детской. Подробности 457-1777. ЗАО «Балтийская жемчужина». Проектная декларация на bpearl.net. Совместный проект «Радио Эхо Москвы» в Петербурге и издательство «Вита Нова». Программа «Книжная кухня». О том, что скрыто под обложкой, слушайте по субботам с 15 до 16. 621-31. Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге. «Радио Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Возвращаемся в программу. Напомню, здесь в студии ведущие Ксения Ларина и Марат Гельман. На этой неделе на канале «Дождь» Марат Гельман представил проект культурной политики России. И очень красивое название, анонс висел на дожде. Все-таки Европа. Реалист Марат Гельман против министра Владимира Мединского. Это действительно против проекта «Основ культурной политики государственной российской», которую мы обсуждали в программе «Культурное шоу». Ну, нет, я думаю, что дождь так обострил или даже немножечко ввел в заблуждение. Дело в том, что Россия не Европа, или Россия и Европа, все это вместе, там, ну, может быть, маленькая толика того, что является вообще культурной политикой. И проблема вот этих всех документов как раз заключается в том, что вместо того, чтобы заниматься реальными вещами, люди будут, как в 19 веке, значит, спорить, значит, западники со славянофилами. То есть у меня была идея другая, что, ну, вот современная культурная политика, да, во-первых, насчет вот этих против, у нас целый набор имен, кроме Мединского, да, там, которые сделали, ну, как бы, ошибки. То есть Петр Первый... Именно вот в пространстве культуры. В пространстве культуры, да. Начиная с Петра Первого, неправильно, не Петр, вся происходила сверхцентрализация. То есть, в принципе, все собиралось из территории России в Москву, ну, в столицу. Да, то есть столица перемещалась, поэтому у нас Питер и Москва. И это, к сожалению, продолжалось до сих пор. То есть первая сверхцентрализация. Это не проблема Мединского, а это проблема Петра Первого. Второе, ну, Владимир Ильич Ленин в свое время начал противопоставлять прошлое и будущее. То, что Мединский очень любит. Ну, просто, да, Ленин начал это, только тогда было прошлое плохо, будущее хорошо, а сейчас идет как бы реакция, поэтому прошлое хорошо, прекрасно, а прекрасное, а будущее плохо. Но сам этот момент противопоставления, разрыва в культурной ткани, это тоже серьезная проблема, которая, значит, должна быть решена. Значит, дальше Егор Тимурович Гайдар, который, ну, ничего не понимал в культуре и отнес ее к социальный блок. То есть культура находилась рядом с, ну, помощью. Охренеть.